Вы смотрите отзыв об отеле Green Garden. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Гарик1975, который был в нем в 2014 году. Этот 4X-звездный отель находится в 45 минутах езды на общественном транспорте от аэропорта. Как добраться от аэропорта, вы найдете здесь http://www.hotelgreengarden.kz.ru/контакт. Это мы, это чистый отель, номер с кондиционером, сейфом, бесплатным интернетом, хорошим завтраком и доброжелательным персоналом. С 11 часов 30 минут до 15 часов ровно в отеле предлагается комплексный обед за 135 крон. Рядом с отелем есть продуктовый магазин, KFC и McDonald's. Обед там обойдется вам в среднем 150 крон. По дороге от метро IP Павлова до отеля работают два пункта по обмену валют, где принимают даже рубли. За 1 евро дают 27 крон. За 1 доллар – 22 кроны. За 100 рублей – 39 крон. Комиссии не берут. До центра от отеля можно проехать одну остановку на метро до станции Мазюн, где находится множество сувенирных магазинов, кафе, ресторанов и множество торговых центров. Купив проездной билет, не забывайте его прокомпостировать. На нем должна появиться печать с датой и временем начала поездки, смотри фото, если по каким-либо причинам печать не появилась, то билет недействителен. Билеты могут проверить даже в переходах между станциями метро, как это произошло с нами. Почти на каждой станции метро есть туалет, посещение которого стоит от 5 до 10 крон. Перед входом в метро можно взять буклеты о достопримечательностях Праги на русском языке. Мы посетили Пражский град. Пражский град. Карлов мост, который находится недалеко от Пражского града, еврейский квартал и Староместскую площадь. Рядом же находится Парижская улица. На этой улице находятся шикарные бутики. Практически везде вас поймут по-русски. В общем, нам очень понравилась в Праге, красота необыкновенная. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.